Летние каникулы славянские школьники проводят не только весело, но и познавательно. В картинной галерее для них организовано сразу несколько выставок. График посещения картинной галереи летом расписан буквально по минутам. В течение всех каникул ее будут посещать ребята, занимающиеся в лагерях дневного пребывания, на досуговых и спортивных площадках. Для юных славянцев подготовлено сразу несколько экспозиций. Они могут увидеть творчество своих сверстников, воспитанников детской художественной школы. На выставке живописи представлено более 160 работ юных художников. Может, кто-то, увидев эти красивые мастерски написанные картины, тоже захочет записаться в художественную школу и попробовать себя в этом виде творчества. Кроме этого, в галерее ребята могут познакомиться с историей русской матрешки, ее происхождением, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению тряпичных кукол. Также детки с летних площадок со школы у нас приходят на мастер-класс тряпичной куклы из ткани. Зайчик на пальчик, птичка. Тоже детки делают своими руками. Из ткани, именно игрушки. Тоже сначала мы рассказываем небольшую историю возникновения тряпичной куклы, вот как она развивалась, сама история, о том, как раньше родители для своих деток все это вручную делали, из разных подручных материалов, в том числе из ткани. И детки пробуют себя, пробуют изготавливать своими руками тряпичную куклу. Конечно, потом на память они ее забирают с собой. Тоже очень много восхищений со стороны детей. Всегда им очень нравится своими руками изготавливать вот какие-то предметы. Познакомиться с выставками, поучаствовать в мастер-классах могут все желающие. Картинная галерея работает ежедневно с 8:30 утра до 17:00 вечера, кроме понедельника. Анна Монастыренко, Наталья Лях, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».